Я на початок війни була вдома, прокинулася від потужних вибухів. Я одразу поняла, що почалась війна. И сердце упало, но была надежда. Была надежда на толерантность русских войск, была надежда на гуманность и человечность со стороны России. И я не эвакуировалась вместе с дочерью и зятем в Мукачево, осталась дома. И в начале войны Буча была отрезана от Ирпеня, так что я с церковью связи не имела, только телеграм, только телефон. Я ночевала одну ночь в Бучанской церкви вместе со своей соседкой. И был однажды день, когда русский солдат стал рваться в мои двери. Я была страшно напугана, потому что дверь была ненадежной, и он очень мощно стучался. Мне казалось, что он вырвет просто ручку. Я потихоньку подошла к двери, и потом в мою дверь я услышала эвакуация, услышала какие-то крики. Я заглянула в глазок, был человек в черном. А в то время в ленте ИБЦ уже писали о том, что ходят, собирают людей. Говорят, что эвакуация, не открывайте двери. То есть было предупреждены мы были. И русские уже были в городе. Потому что машины, я увидела, они уже стояли. Рвались в дверь так сильно, что мне казалось, что выдернут. Я держалась за ручку дверную и упиралась ногами в дверной косяк. Потом я притащила с балкона стремянку и заблокировала дверь, просунула стремянку под ручку. Я была сильно напугана и готова была просочиться сквозь щели в полу. Я пряталась за стиральной машинкой, искала место, где можно было бы спрятаться. И стук продолжался. И как дальше? Что произошло? Дальше позвонила моя дочь. Я стала говорить ей, что я напугана, что ко мне рвутся в дверь. Она говорит: мама, тебе надо убежать, тебе нужно выходить. И шаги стихли. Они рвались во все двери. Вот. А не было никаких звуков с моей стороны. И стремянками я немножко успокоила. Вот. И прошло часа три, прежде чем я вышла. И ты пошла уже дальше? Да, а дальше уже дочь дала номер телефона, и мы договорились о встрече. Я перепаковала свой чемодан в рюкзак, за спиной, и выбежала из дома. Я просто спасалась бегством. Она связалась с другой церковью в Вифании, и волонтер согласился меня перевести в, как говорят, более безопасное место. Это было село Пилиповичі. Но из Пилиповичі, когда я туда попала, в реабилитационный христианский центр, из окна этого центра я видела, как идут русские танки. Я насчитала 9 танков. Когда я приехала туда, там закончилась вода, не было света, и мы ждали волонтера, который подвез бы еду. Ребята оттянули от машины топливо, и нам хватило, чтобы подзарядить телефоны на 2 часа работы генератора. Тот волонтер, с которого мы так ждали, был подбит, расстреляна была его машина на круге Бородянки. И Бородянка была вся разбита. Правильно ли я понял, что тебя эвакуировали не в безопасную зону, а наоборот, подальше, например, от военных действий, а наоборот в самый эпицентр и в тыл военных действий? Да, так получилось, так бывает во время войны. Очень много непредсказуемых ситуаций. Я оказалась в тылу и в оккупации. И естественно, что расстрелянная машина говорила о том, что никто за мной не приедет больше. У меня были мысли как-то идти лесом. Но однажды я проснулась утром со Словом Божьим: «Стопы святых Он блюдет, а беззаконные во мраке исчезают». И я поняла, что Господь будет охранять мой путь. И повару, который был в реп-центре, ему предложили занять место волонтера. И он сказал мне: «Пойдешь ли ты со мной?» Я с радостью согласилась. И мы стали выходить утром рано из Бородянки. Шли расстрелянные. Куда вы направлялись? Куда мы направлялись, ему нужно было на Сарны, а мне хотелось обнять свою дочь, она была в Мукачево. Я хотела просто на Западную Украину. Ведь вы вышли пешком? Мы вышли пешком, да. И как вы планировали добираться? Пешком? Пешком, конечно. Пешком, с рюкзаком за спиной. И мы наткнулись, шли разбомбленной Бородянкой и наткнулись на автоматчиков русских, которые охраняли дорогу. А мы вот к дороге как раз и выходили. Я автоматически спряталась за спину этого повара, потому что я не знаю, был ли у меня на тот момент страх. Я чувствовала эти дулы черные автоматов, я чувствовала, что жизнь моя может прерваться в этот момент.
Бог сохранил мне жизнь. Автоматчики кивнули: проходите. Мы подняли руки вверх, стали говорить, что мы мирные жители, что у нас нет оружия, разрешите пройти. Вот, нам разрешили. И дальше мы уже двигались очень быстро. Мы прошли, вы пешком прошли? Да? 100 километров. 100 километров. Да, до... ноги, конечно, пострадали и стоптали, но по-другому никак было. Люди не подвозили, потому что боялись. Все боялись остановиться. Самолеты летали очень низко, и мы старались держаться лесополосы. Вот, и... И вы направлялись в сторону Мукачева, как ты говорил? Ну, мы дошли до села Пескивки. Пескивка, там нас... Житомирская область. Я думаю, ну да, это Радомышль. В общем, нужно нам было двинуться, потому что мост через Тетерев был подорван. Моему попутчику нужно было на Сарны, а я хотела, да, до Житомира добраться. Но в селе Пескивка мы переночевали в убежище. Там просто было подвальное помещение больницы. Спали на больничных дверях. Молодые и старые, грудные дети и подростки. Все были беженцы из Бородянки. Подслеповатая лампочка, цементный пол, который поливали водой, чтобы не дышать взвесью. Вот в таких условиях были беженцы. И мы пошли к Радомышлю. Тероборона помогла нам. Нас посадили и завезли туда машиной попутной. Но когда мой попутчик вышел, меня тоже попросили выйти из машины. Никто не хотел связываться, и все боялись. Потому что в обороны было много постов, постоянная проверка документов. Люди не хотели лишних проблем, я так понимаю. Вот, и я снова шла пешком. Позвонила моя дочь, я говорю, я не знаю, куда идти. Я на окраине Радомышля. И она дала телефон церкви Радомышской, где меня смогли... накормили, обогрели. И приехал мой сват, отвез меня в Житомир. Я там пожила какое-то время. После этого был Новоград-Волынский. И, наконец, Мукачево, где я смогла обнять свою замечательную дочь. Вот как ты видишь во всем этом руку Божию? Господь сохранил мне жизнь. Суверенный Бог решил оставить меня в живых. Потому что я думаю, что если бы автоматчики пустили очередь, то даже и сильная мужская спина меня бы не спасла. Вот. А вообще в этой войне было непонятно многое. Взрывы, обстрелы. Вот нас обстреливали, когда мы готовили еду, да, а было похоже на новогодние петарды. То есть человеку, который не имеет опыта военного и не знает, не страшно. Просто по незнанию и неведению, по наивности. И, может быть, как вывод, есть какой-то урок, который ты для себя вот взяла, глядя на свою теперь историю уже, рассматривая ее? Мне запомнилось, и я четко осознала одно: на Бога можно положиться, Он никогда не оставляет своих. Он верный и надежный, больше, чем люди. Вот, и на Него есть смысл полагаться, есть смысл знать Слово Божье, для того, чтобы, когда нету Библии с тобой рядом, ты вспомнил этот стих нужный, этот стих помог тебе, укрепил тебя, помог выйти. Вот. И церковь вселенская, люди, которые встречались мне на пути, которые кормили, которые могли ободрить, утешить, выслушать. Вот люди переживают потери, переживают боль, утраты. Может быть, есть у тебя что-то сказать таким людям, как утешение? Ну, сложно утешить людей. Утешить может больше всего Бог, особенно те, кто переживает утрату. А только молиться, молиться и надеяться на Господа в это время. И, конечно, держаться вместе, потому что одному человеку тяжело. Необходимо иметь близких, друзей. Нельзя быть замкнутым, нельзя быть отрезанным от церкви, от общества. То есть необходимо быть вместе. Вот это будет намного легче. Спасибо большое. Спасибо.